Султанов Мурат после игры Дистилятка и Нурадилова. Дистилятка проигрывает уже 7-ю игру подряд. Мурат, в чем причина? Вроде состав тот же самый. Ну да, сил, что второй тайм, первый тайм, выложиться на второй тайм. Да, первый тайм Амволу, что 1-0 после первого тайма, второй тайм сразу 4 гола пропустили. Я смотрел на второй круг. Какие у вас? Сюрприз будет от нашей команды. Будет? Да. Да, мы вас. Да, я объектив. Я резал. Баркомна.